Здравствуйте, меня зовут Андрей Кабанов, я президент фонда «Город без наркотиков». На самом деле, все, что связано с наркотиками, это одна большая ложь. Самая первая, самая страшная ложь, когда считают наркоманию за заболевание. Не существует такого заболевания, при котором нужно загонять в гроб своих родственников, близких, родных. Наркомания – это обыкновенная распущенность. Поймите сами, что это за заболевание, за которое есть уголовный срок. Если мы назвали это заболеванием, тогда людей нельзя садить. Но любой наркоман – это преступник. Во-первых, по закону человек, употребляющий наркотики, есть уголовная и административная ответственность. А во-вторых, любой наркоман, чтобы употреблять наркотики, занимается преступной деятельностью. Грабит, убивает, вымогает, торгует и тому подобное. Поэтому для всех должно быть ясно, что наркомания – это преступление и это распущенность. Когда мы это все понимаем, тогда сразу становится все на свое место. От наркомании таблетки нет и никогда не будет. В свое время я это объяснил одному очень большому ученому-медику, и он со мной согласился. И он говорит, да, когда я понимаю, что наркомания – это распущенность, все становится на свои места. И поэтому на самом деле с этой заразой можно очень легко и продуктивно бороться. Вот что есть такое на самом деле наркомания и наркотики.